Покушать? For breakfast. For breakfast. May I have your name, please? Joubert. Joubert? Yeah. Bon appétit. Люблю я макароны, любовью к ним бываю неземною. Люблю я макароны, и что хотите, делайте со мною. Для вас это ерунда, подумаешь, еда. Ну, полейте их томатом, посыпьте черным перцем, смешайте с тертым сыром, запейте их вином. Поймете вы всем сердцем, какое это чудо. Потом вам станет худо, но это уж потом. Люблю я макароны, хоть и говорят, они меня погубят. Люблю я макароны, хотя моя невеста их не любит. Но я приготовлю их однажды на двоих. А пока Стефан завтракал, его поклонницы готовились ко встрече со своим кумиром в одном из конференц-залов. Стоимость аренды этого помещения около $2000, и девушки сами собрали требуемую сумму. Оказалось, Ламбьеле еще можно удивить. По порядочку, мне руку поднимите просто, чтобы я вас увидела и к вам подошла к микрофону. Hello. It's not dream. Oh God. I thought maybe it's 10 persons. But this is crazy. Он был в шоке, он был поражен, он был настолько счастлив. Он сейчас вот я с ним общаюсь очень часто, и он говорит, не может дождаться, когда он опять вернется в Россию. У него на самом деле оказалась вот очень сплоченная и теплая там. Компания фанатов. На подготовку некоторых подарков ушли месяцы. Для изготовления фигурки Стефана в шкатулке мастера искали по всей России. Нашли в Санкт-Петербурге. Характерно, да, характерно для него, что именно в такой позе он будет. Позе именно вращения. Хотя мы тоже выбирали, мы хотели какую-то статичную позу или позу вращения. Но в итоге большинство голосов, потому что мы учитывали мнение каждого, старались учитывать, что выбрали именно такую позу, именно позу вращения. Faster. It's something coming real, coming alive also for me, not only for you. Спасибо. Спасибо. I have a special feeling for Russia. I think I really like that people is very they are not fake. They react the way they are, and it's not like a facade, it's real reactions. I think the party I just had there was very impressive. Like,
I'm not in my home country, and all those women coming with all this energy and these smiles, that was a big impression. За несколько часов до начала шоу они снова на репетиции. 15 тысяч мест пока пустые, но шоу забьет этот зал до отказа. И зрители снова будут стоя аплодировать минут 15 после заключительного номера. Глаза болельщиков, радость, потом закидание имейлами, спасибо большое, и там все такое, это очень много значится. Я каждое сообщение, которое мне приходит, я каждое сообщение читаю, пытаюсь на каждое сообщение ответить. Приятно очень. Запомнилось то, что ребята все вот настолько были счастливы, и им было приятно это все делать. Вот это запомнилось. Через минуту они, играючи и шутя, выйдут на лед. Они могут это делать ежедневно, если так нужно зрителю. Их положительная энергия практически неисчерпаема. И этим можно и даже нужно пользоваться. Ждите Королей Льда в своем городе, где бы он ни был. Скоро они приедут. Мы точно знаем. Мы слышали об этом за кулисьями.